Спроба ограбления банка у Могилеве. Как поведомили во управлении внутренних справ, неведомый увайшов у банковскую установу на улице Калиновского и потребовал гроши. При этом, по словам правоохранников, он погрожал предметом, который походил на пистолет, кидал петарды. Покуль злоумысник выказывал свои потребования и погрожал работникам банка и клиентам, кассир поспела натиснуть тревожную кнопку. На место хутка проехали супрацовники подразделения аховы и блокировали будинок. Подозрённый потребовал автомобиль. Под видом супрацовника службы безопасности банка с ним почал перемовы наместник начальника областного управления внутренних справ Александр Васильев. В дальнейшем, благодаря грамотным действиям, ему было предложено освободить заложников, предоставлена автомашина, и полковник Васильев вместе с ним выбыл в указанном направлении. Злоумисник попробовал сбегчи и сделал несколько выстрелов. Супрацовники отряда милиции особого призначения и аховы применили табельную зброю и затримали его. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса. Это захват заложников в количестве двух и более лиц из корыстных побуждений. На месте происшествия обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова, предположительно принадлежащий подозреваемому. При подозреваемом в рюкзаке обнаружены денежные средства в размере более 7 тысяч белорусских рублей, 150 долларов США, жесткий диск компьютера. Положительно, все это похищено из отделения банка. Правоохранники установили особу рабовника. Оказалось, это гражданин России, который у вересня отримал вид на жыхарство в Беларуси. У Могилеве жила его мать. Зараз по месту жыхарства проводятся в обыске, а так само иншие следчо-оперативные мероприемства. Кристина Каранкевич, Сергей Карпяков, Юрий Ауласцов, новини региона.